сфотографировал Тимофея вот в таком виде. Мы готовим бочку сжигать. А вот тут я обкорнал эти, как персики, черники на прививку, а это как бы... Про это мы чуть попозже поговорим, потому что у меня есть новые снимки, еще поподробнее. Это все важно знать, иначе так и будет, что будут кто-то там губы, то есть эти щеки надувать и говорить, закапывайте поглубже. Мы будем до тонкости все разбирать. Нам не хватило 106 вебинаров. Все надо как минимум 50. И вот вы видите, что я просто такая реплика. Если вот это вот агрессивные, я говорю не то, что я с них срезал, а именно то бесценная вещь. Когда-то она все это началось, все эти сады, которые сейчас от меня расходятся по всей России, вот эти вот, да, вот эти вот, они когда-то начинали с одной почки. Это когда-то тоже будет, попадет в хрестоматию, какие-нибудь монографии. Так вот, я говорю сейчас об этих огрызках. Я искренне от души могу даже присетиться, что было бы 35 лет назад, если бы ко мне попала вот эта вот кучка. Вот это, огрызки. И продавец бы сказал, Валерий Константинович, вот тебе, иди найди 1 000 000 рублей в нынешних деньгах. Вот тогда и забирай. И я бы пошел, в банк. Знаете, какие были проценты? Под грабительские проценты, рискуя, что потом еще и убьют где-нибудь. Вот. Помните те времена, да? Кто не пережил? Вот. И я бы вот это выкупил. А потом бы наплевал бы на свою принципиальность и вот эти каждую почечку бы привил. Привил. Вот. Я бы вырастил бы целое поколение. На чем угодно. У нас в то время, 35 лет назад, слив было немерено. Вишен было немерено. Это потом люди руки опустили. Вот. Абрикосов было поменьше, и абрикосы бы нашел. По чужим садам бы ходил и говорил, я вам привью, я вам привью. Потом дадите веточку. Вот на всю жизнь бы в кабалу попал. Но вот это бы. А сейчас она сгорит на костре. И не приедет никакой ученый. Последний, первый, последний был Турсун Полот Бескобелов. Ох, он меня пася. А я гордый, что наука на мне внимание. Моя фотография в одной из книг попала. Я там стою гордый с таким саженцем, что те саженцы, которые вы видели на рынке, рядом с ними, это как автомобиль АК рядом с Лексусом. Вот так было.